Эй-эй! Всем привет! Мы пришли в курятник. Это наш Петька. Петька, здорово. Давай поиграем с тобой. Опа! Опа! Бешеный стал. Что хочу сказать. Одна из куриц в последнее время странно себя стала вести. Сидит или ходит, не кушает. А в забу как бы корм есть. Прошло 2 дня уже, но она все равно не кушает. И не пьет, по-моему. Наверное, у нее забился зоб. Сегодня будем ее лечить. Привет. Что с тобой? Ну да, зоб вот увеличен, видно. Курочка так нормально вроде. И на улице гуляет. Ладно, Петька. Можно поймать курицу? Сейчас зальем ей немного воды. Попробуем ее перевернуть, чтобы она блеванула. Сидим недовольные. Выпили 10 кубиков воды теплой, кипяченой. Сейчас помассируем ей зоб. Ну а дальше постараюсь все показать. Решили еще набрать 5 кубиков воды, потому что зоб достаточно твердый. Водой напоили, зоб вроде помассировали. Сейчас будем пытаться сделать так, чтобы у нее потекло. Да, вот течет у нее уже, видно. О, отлично. Вода выходит. Переворачиваю, наверное, чтобы она не задохнулась. Пусть она подышит чуть-чуть. Вот так. Вот так. Хорошо. О, дышит нормально. Вот, выходит все. Залили 3-й раз 10 миллилитров. Опять массируем. Сейчас, наверное, еще минутку она повисит вверх ногами. Не знаю, отпустим потом. По крайней мере, стресс для зоба ей сделали. Может быть, пищеварение наладится. Приступаем 3-й раз. Давай, давай, давай. Идет. Зерно падает. Сильнее вырубляет. Жалко. Но если ничего не сделать, сдохнешь. Либо рубить тебя. Ты еще молодая. После издевательства над птицей решил ей дать 2 кубика масла растительного. Принес домой. Ну, напою сейчас. Ну вот, переехали домой. Поночуем здесь 2 дня. Да, птица? Водичку я тебе поставил. Кушать пока давать не буду. Посмотрим на твое поведение завтра. Давай, спокойной ночи. Наступило утро. По-моему, ей не лучше. В зобике еще остается еда. И мне кажется, мне придется ей делать операцию. То есть резать зоб и вынимать оттуда все, что там лежит. Да. Ты моя хорошая.